Привет, я Соня Киршин, дизайнер одежды, живу и работаю в Калифорнии. Это видео я посвящаю выпускным нарядам на 2019 год. Поговорим о тех ошибках, которые делают многие девушки, создавая образы на выпускной вечер. Но сразу хочу сказать, что прежде всего каждая из вас – это личность, это индивидуальность. Это женщина, девушка, которая способна решать сама, что ей делать и как быть. Но хочу сказать, что если бы я в свое время, когда я готовилась к своему выпускному вечеру, подумала о том, о чем я сегодня буду говорить, услышала бы это хотя бы, я бы, наверное, оделась по-другому. Я практически уверена, что большинство из вас не слушает ничьих советов, когда вы думаете о том, что надеть на выпускной, потому что я сужу по себе, я тоже никого не слушала. Вы хотя бы один раз, услышав то, что я сегодня скажу, хотя бы подумайте об этом где-то, когда будете принимать те или иные решения. Вначале поговорим об ошибках, о том, чего я не рекомендую делать на выпускные вечера. Первая такая вещь – это перебор с автозагаром. Вообще в автозагаре нет ничего плохого. Если вы придаете с помощью кремов, спреев или распыления оттенок, не слишком отличающийся от вашего природного оттенка. Такая картина, когда вы приходите на выпускной и вас никто не узнает из-за вашего цвета кожи, я не думаю, что это картинка вашей мечты. Так что не перебарщивайте с автозагаром. Если вы делаете его сами, нанесите его только на ноги. Все остальное, лицо, руки, плечи, будет выглядеть как использование автозагара. Все такие спецэффекты нужно свести к минимуму в этот вечер, чтобы чувствовать себя на 100% уверенной в себе. Есть такой золотой баланс между сложным платьем и простым всем остальным образом, то есть простым макияжем неброским и простой прической. И если вы выбираете очень сложное платье, где много деталей, платье, которое занимает огромный объем в пространстве, это, кстати говоря, очень интересные платья дизайнерские, то сведите к минимуму все свои усилия с прической, обувью, аксессуарами и макияжем, потому что это будет выглядеть как карнавальный костюм. Опять-таки хочу повториться, что если ваша цель выглядеть как на карнавале, то да, почему бы и нет? Избегайте экспериментов в этот вечер. Если вы хотите поэкспериментировать с определенным новым цветом волос в сочетании с определенным новым стилем платья, сделайте это как-нибудь мягко, как-нибудь не все новое сразу, потому что цвет волос новый может вас сильно разочаровать, новая стрижка может вас просто повергнуть в отчаяние, и уже тогда никакое платье, никакой самый модный образ вас не спасет. Все эксперименты, которые только возможно сделать заранее, сделайте лучше заранее. Я не буду помещать в этом видео фотографии неудачных образов, которые девушки составили для себя на выпускной вечер. В интернете таких образов очень много, а я не хочу никого обижать, потому что в этот вечер каждая девушка хочет выглядеть уникальной и особенной. Просто путь у каждой свой к этому, и, наверное, не все подумали заранее о том, как все это вместе сложится в образ и как все это будет выглядеть со стороны. Прислушивайтесь хотя бы немного, вот чуть-чуть к мнению мамы, даже если вы полностью не согласны с ее мировоззрением, если вы полностью не согласны обычно с тем, что она вам советует, что надеть, как надеть, то в этот день прислушайтесь хоть немного к ее мнению, потому что это не мнение ваших подруг, которые всегда будут на вашей стороне, это мнение человека, который вас очень любит, безгранично любит и вами дорожит и желает вам только добра. Я покажу вам 10 коллажей, которые я составила специально для этого видео. Коллажи будут включать в себя платье, обувь, сумочку и аксессуары. И даже если вы полностью не воспользуетесь каким-то коллажем, то есть не возьмете все, допустим, 5 вещей из этого коллажа, не купите их на выпускной, то та мотивация, которой я руководствовалась, те принципы, которыми я руководствовалась, я их обязательно озвучу, будут вам понятны и помогут вам при выборе вашего собственного образа. Белое короткое платье всегда будет выигрышно смотреться, особенно если вы решите немного загореть перед выпускным, если вы успеете съездить куда-то отдохнуть, если это вообще возможно в выпускном классе, или просто воспользуйтесь легким автозагаром, как я вам говорила. Розовые туфли здесь, они не дешевые, но они придадут такой шик этому образу, такую утонченность. Этот цвет исключительно актуальный. Заменить его можно, в принципе, на любой другой яркий цвет.
на изумрудный, на синий яркий цвет. Но концепция этих туфель должна остаться, на мой взгляд, в этом образе. И в сочетании с этими серьгами, это Марни, и вот этот многоцветный клатч, образ получается интересным, не скучным, очень праздничным, очень нарядным. Следующий образ для любительниц супер женственных образов. Длинное платье нежного зеленоватого цвета, и на нем еще есть люрикс. Обязательно посмотрите, как оно смотрится на модели. Спина у него тоже открытая, впереди есть вставка из сетки, значит, вам не придется волноваться о том, что в ритейле спадают, и вы останетесь с голой грудью на своем празднике. Серьги Marchesa Knot идеально сюда подходят. Просто редко я пользуюсь таким приемом, но в этом случае цвет настолько нежный, настолько завораживающий, что эти серьги я выбрала для такого образа. Туфли потрясающие. С любого угла, с которого бы вы не взглянули на них, они просто потрясающие. И вы точно будете носить еще их неоднократно после своего выпускного вечера. Сумка здесь уже не должна быть чем-то очень ярким и привлекающим к себе внимание, поэтому я выбрала вот такую полукруглую сумку. Это, кстати, ASOS, и она совсем-совсем недорогая. Карамельный такой цвет, вкусный. Третий образ получился мне такой задорный, легкомысленный, сексуальный, подходящий для молодой девушки, не слишком вызывающий, вообще не вызывающий. Это платье в цветочек. У него пышный рукав и редкое сочетание, оно облегающего силуэта. Вместе это встречается довольно редко. Это платье шелковое. По нему видно, что оно очень хорошего качества. Здесь я добавила туфли жемчужного цвета на высоком каблуке. И вот эти завязки гладиаторы для любительниц подчеркнуть красивые свои ножки. И серьги. Я добавила здесь серьги. По-моему, это Оскар де Лоренто с розой. И вот такой вот клатч, который перекликается и с серьгами, а серьги с платьем. В общем, все это завязано в такой вихрь. Весенний, молодой, классный. Люблю этот образ. Супер получилось. Четвертый образ для любительниц маленьких черных платьев. Я нашла такое изысканное черное платье из такой потрясающей ткани. Оно не совсем бюджетное, но я думаю, что такое платье вы еще с удовольствием наденете и после выпускного бала тоже. Здесь мне встретились серьги, которые подходят концептуально к этому платью. То есть это тоже цветы, и даже по форме они напоминают цветы на платье. И вместе это будет очень нарядный образ. Я предлагаю надеть здесь туфли на невысоком каблуке. Это красного цвета туфли Prada на модном Kitten Heel. И это сделает образ более легким, более молодым. Сумка с бахромой придаст этому образу такую нотку нарядности, нотку чего-то торжественного, вечернего. Эта сумочка мне встретилась на ASOS. Подходит сюда просто фантастически. И что мне больше всего в ней понравилось, бахрома там с двух сторон. Желательно заказать ее заранее и посмотреть, как она смотрится в жизни, не выглядит ли она дешево, потому что все остальные предметы в этом образе, да, дорогие, не бюджетные. Но концептуально сумка сюда подходит идеально. Есть огромное количество девушек, которым будет идеально подходить это платье. Оно из шелка супер актуального цвета фуксия. В этом образе я взяла сумочку круглую, сумочку, которая называется Bucket Bag, черного цвета с бусинами и с крупной кистью внизу. И вот такие босоножки из плетеных шелковых шнуров. Вот все вместе это будет смотреться очень гармонично. И к такому минималистическому платью можно взять очень яркие, очень крупные серьги. Серьги эти не дешевые, это не масс-маркет. Если вы найдете что-то аналогичное в масс-маркете, отличный будет вариант. Но на что здесь действительно стоит обратить внимание? На изумрудный цвет. Вот если он где-то в аксессуарах будет встречаться с этим платьем, то образ будет просто выигрывать многократно. Если вы никогда не надевали длинных платьев, не делайте этого в первый раз на выпускной. Вы будете в нем путаться, вы не будете себя чувствовать комфортно. Но если только вы любите длинные платья, если вы себя чувствуете в них как в своей тарелке, то это платье просто супер подходит для выпускного. Вместе с ним я подобрала к нему, к этому нежному голубому цвету, такой просто мой любимый оттенок небесно-голубого, вот такие туфли с пайетками. С перчинкой с такой, что вот вместе это будет смотреться супер. Здесь идеально будут сочетаться с этим образом серьги с жемчугом.
со слишком крупным жемчугом я бы не рекомендовала здесь что-то делать, потому что здесь валаны на самом платье, и перегружать я бы не стала этот образ. Платье должно оставаться таким легким и все-таки центральным элементом во всей этой истории. И сумку я рекомендую взять плетеную, чтобы придать легкости и актуальности этому образу. И я бы не стала добавлять еще цветов, а оставила бы просто голубой, белый и серебряный. Золотой цвет на серьгах и серебряный цвет на туфлях совершенно никак не спорят между собой. И образ этот подойдет для девушек, которые любят женственные образы, но вместе с тем что-то необычное в этом образе тоже есть благодаря обуви. Не удержалась я и сделала один образ с маленьким блестящим платьем. Оно все в пайетках, но это не дешевое платье. Оно будет выглядеть достойно, будет выглядеть нарядно. Оно короткое, но при этом у него достаточно закрытый вырез. То есть оно не будет ни в коем случае выглядеть вульгарно. И в этом образе есть исключительно нежные, элегантные туфли. И еще в этом образе есть потрясающий вот такой ободок на голову. И все вместе сделает его, конечно, и нарядным, и сексуальным, и девичьим. И вот эта сумочка супер правильной формы, подходящая сюда. Платье и клатч в этом образе говорят на одном языке 80-х. Для тех, кто хочет показать свою классную фигурку на выпускной, этот образ будет идеальным. Все начиналось в этой подборке с платьев. Вначале я выбрала правильные платья, которые подходят для выпускного, которые достаточно женственные, которые не выглядят слишком платьями для очень взрослых женщин, которые не выглядят платьями оперными. В общем, много было критериев, но вот это одно из, наверное, моих самых любимых платьев. Это стрэплес и длина миди. И здесь можно играть с аксессуарами, но я выбрала туфли достаточно классические. Это туфли Валентина, они двухцветные, пусть это вас совершенно не смущает, они здесь будут смотреться, ну, самым что ни на есть правильным образом. Вот этот рафинированный женственный образ из-за этого платья, да, они вносят ту нотку мускулинности благодаря вот этим переплетениям с металлическими деталями, которая здесь просто необходима. При этом форма все еще остается идеальной, правильной и женственной у этих туфель. Сумочку Атико для этого образа. Она с желтыми страусиными перьями, сумочка-мешочек такой. Всякая мелочь сюда войдет, она не слишком маленькая. И она здесь, конечно, будет играть, наверное, основную роль в этом образе. Это сумочка-игрушка такая, которую будет приятно держать в руках. И мне хотелось еще сделать здесь что-то такое игривое, потому что все все-таки немного получается слишком по-взрослому. И я выбрала вот такие серьги. Это Marchesa Note, и они с обезьянками. Они достаточно массивные, и так как плечи здесь открытые, то вместо всех украшений на шею я бы порекомендовала взять вот такие серьги, классные, задорные, с двумя обезьянками. Все опять-таки началось с платья, и я с трудом удержалась, чтобы не сделать в этой подборке все платья этого бренда. Это бренд, который называется Self Portrait. Его подделывают многократно, его постоянно цитируют. Те, кто хотят сделать то же самое, но дешевле, не надо. Возьмите просто на выпускной красивое вот это идеальное платье, именно self-portrait. Да, это будет стоить там долларов 300-400. Разница есть, я хочу сказать, что разница есть. Не скучное совершенно. Оно выглядит легким благодаря тому, что у него достаточно короткий подклад. Если уж очень сильно хочется, то можно его еще укоротить сантиметра на 3, чтобы оно еще воздушнее смотрелось. Но пропорция здесь идеальная, я бы не стала этого делать. И, возможно, вы ожидали, что я порекомендую здесь черные туфли. Нет, нет, я рекомендую взять здесь золотые босоножки, открытые очень, очень актуальные вот эти переплетения. И на них есть еще вот этот элемент украшения с кристаллами. Все это придаст легкости этому образу и летнего настроения. Самые простые серьги золотистого цвета, серьги-обручи и сумочка оранжевого цвета, ну или кораллового цвета, не знаю, какая она в реальности. Это сумка ASOS, она совсем недорогая, это натуральная замша. И здесь по цветовому решению и по тому количеству деталей, которые она содержит, просто получается лучше не найти. Можно поискать какие-нибудь аналоги дорогие, если хотите, но пусть цвет останется именно этим цветом. Нет, не слишком много у меня длинных платьев в этой подборке. Это последний образ. Наверное, он самый женственный из-за платья, но с другой стороны, он и самый озорной. Я выбрала вот эти туфли Dolce & Gabbana к нему.
и сумочку Betsy Johnson. Я не знаю, знаком ли вам этот бренд. Betsy Johnson — это американский дизайнер, и она вот делает все такое, самое правильное слово для этого — прикольное. Все, что она делает, это как будто бы игрушки, как будто бы игрушечная, и она играет с разным декором все время. У меня была одна сумка на Хэллоуин ее. Классная сумочка была, идеально подходила. Но здесь мне хотелось действительно внести какой-то элемент игры в этот образ. И сумка справляется с этой задачей самым наилучшим образом. В сочетании, да, с этими туфлями и с этим платьем. И серьги я взяла тоже Betsy Johnson, потому что цветовое их решение гармонирует с платьем. И пчелки придают тоже такую небольшую нотку озорства этому образу. Надеюсь, вам понравится. Друзья, это все, о чем я хотела рассказать вам в этом видео. Надеюсь, что оно понравилось вам. Надеюсь, что оно было для вас полезным. Если вы пересмотрели свой первоначальный вариант для выпускного платья, то обязательно пишите мне об этом в комментариях. Это исключительно интересно. Конечно же, пишите мне также, какой образ вам понравился больше всего. Их было 10. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Это всего лишь первое видео из серии, которую я посвящу в этом году выпускным нарядам. В одном из следующих видео я покажу вам коллекцию своих дизайнерских платьев, которая идеально подходит для выпускного. И одно из этих платьев будет одним из тех платьев, которые выбраны были лучшими нарядами на Оскаре в этом году. Так что обязательно подписывайтесь с колокольчиком, чтобы не пропустить выход этого следующего видео. Конечно, ставьте лайк этому видео. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видео. Пока!